Эй, всем привет, всем привет! Вы на канале у Шмыги, и это Шмыга, и сегодня мы играем в, опять же, Hitman 2, да? Hitman 2 2018 года. Это вторая миссия про Формулу 1. Ну, она на самом деле не Формула 1, но про гонки, да? Здесь у нас две цели, опять же, играя на максимальном уровне сложности, на эксперте, и, как обычно, без переодевания показываю, как это сделал бы я. Вот. Опять же, видео без каких-то комментариев лишних, чтобы было приятнее Over at the hotel. Yeah, I'll take a break. But for now, I need you to stay still. Attention in the air. Now this is a good, clean family show, folks. Make no mistake. But at the end of the day, it's all about winning. With Moses Lee and Sierra Knox, neck and neck. Вот в этом моменте рекомендую сохраняться, потому что не всегда охранник идет на банку, и не всегда можно, ну, нужно как бы время знать, когда машинка проедет, чтобы он остался там, смотрел на банку, и в этот момент вы стреляли по машине. То вот у нас есть один сейф, и как раз я его и использовал здесь, в этом моменте, потому что я то ли он услышал выстрелы в первый раз, то ли... Ну, то есть, если будете проходить так же, как я, то лучше здесь в этом моменте сохраняться. Get ready.
I may only be a tech reporter, but I have ambitions too, you know. The fact is, the Kronstadt Idol, I found it interesting yet titillating. Please feel free to wander around. Moving in to investigate. Sweet. Hmm. Are those eye drops, 47? Looking over Knox's medical files, I see a prescription for medication for chronic dry eye syndrome. Apparently, he's sensitive to low humidity areas. Like rooms with air conditioning turned to high, for instance. Пока было время, можно было открыть ворота, можно этого не делать уже в конце, но я решил это сделать сейчас. И вот то если бы был бы второй сейв, то я бы сохранился именно он там в туалете. Второго сейва нету, поэтому тут очень себя странно, ну то есть не то что странно, рандомно иногда ведут себя. Тут очень много, ну не то что много охранников, тут их большое количество и они себя очень странно ведут. Поэтому могут быть вот такие приколы, как якобы меня кто-то заметил, и доктор идет сюда. Доктор, он вообще стоял в углу. Ну, не важно, где он стоял. Updated in real time. Huh. What?
the hell? Both targets down. Well done, 47. Head for an exit, and we'll speak again soon. Ну вот, собственно, уже и все. Мы садимся на вертолет и улетаем. Мы убили две цели, никто нас не заметил. Мы не переодевались, ничего не использовали, только бесшумный убийца, костюм и все. Всем спасибо за просмотры и оставляйте комменты. Всем спасибо, с вами был Шмыга.